Сочи – это важное событие. С моей точки зрения, оно обернется катастрофой для России, как минимум спортивной и, возможно, идеологической, и, возможно, внешнеполитической. Но это событие, которое мы завоевали, и это событие, которое является частью нашей страны. Никогда не думал, что я буду солидарен с господином Кадыровым, но когда он резко выступил против призывов бойкотировать Олимпиаду в Сочи, которые раздались изнутри страны, я вынужден сказать, что здесь я полностью с ним солидарен. Задачи Олимпиады в Сочи уже выполнены. Я не знаю, сколько медалей завоюют наши, но воровство уже произведено. Эти деньги уже сворованы в значительной степени. Это и была главная цель. Этому и радовались в основном те, кто пробивали эту Олимпиаду. У нас в России даже домашний ремонт выходит все равно в 10 раз дороже, чем в любой стране. А мы, восстанавливающие свой имидж, не должны останавливаться ни перед какими затратами, чтобы просто доказать, что мы самые сильные. Массовые хищения на стройках Сочинской Олимпиады, в общем-то, ничем особым не выделяются на фоне других массовых хищений. Вот. Но то, что Олимпиада – это событие международного масштаба, заставило обратить на них внимание. В результате, наконец-то, взялись за большую группу казнокрадов. Очень много людей, которые участвовали в этом процессе, не очень хорошо до конца понимают, что в феврале закончится Олимпиада, а уже в марте будет очень серьезный анализ того, что сделали, сколько сделали, что чего стоит и куда что ушло.